Мы любим выступать, мы любим радовать наших зрителей. И мне очень хочется, чтобы мои девочки продолжили свой творческий путь, чтобы они вернулись к нам сюда педагогами по хореографии. Я про это мечтаю. Только что маленькие девочки задавали нам вопросы. И теперь мы также хотим задать вопросы вам. От всех девочек мы хотим вам задать вопрос, почему вы выбрали именно вот эту профессию, стать педагогом и учителем по танцам? Заниматься танцами меня отвела моя мама, когда еще была очень маленькой. Я занималась и хореографией, и я училась в музыкальной школе. И когда пришел выбор выбирать либо хореография, либо музыка, ну, моя душа, все мое сердце почему-то вот потянулось в танцы. Мне это легко давалось, мне это нравилось и нравится до сих пор. Спасибо за ответ. Мы будем теперь еще больше знать о нашем педагоге. Ксения Васильевна, а что вам больше всего нравится в вашей профессии? Наверное, больше всего мне нравится то, когда подготовлен концерт и все выступают. Вот это пик моего счастья, когда танцуют, все радуются, радуются дети, что они станцевали, что они подготовили и показали свой номер. Радуются родители, что они видят своих детей такими талантливыми на сцене. Вот этот процесс, когда показывается концерт, он для меня очень важен и, наверное, самый-самый, который бы мне нравился. Gotta be cool, relax, get hip, get on my track, take a back seat, hitchhike, take a long, long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love. Be cool, relax, get a hip, get on my track, take a back seat, a hitchhike, take a long, long ride.